предыдущем видео я вам рассказал, что при каких-то странных обстоятельствах у меня пропала собака. Но в ее будке я нашел кость, а также следы когтей при входе в вольер. Но самое жуткое, что из всех наших кур кто-то выпил кровь. Было очевидно, что это проделки Чупакабры, и мы отправились на ее охоту, чтобы спасти нашу собаку Чарли. По следам на земле, а также на деревьях, мы стали ее выслеживать. И следы привели нас в какую-то глубокую яму посреди леса, где были останки животных. Но как только мы спустились в яму, чтобы все проверить, на нас тут же напал какой-то монстр. Мы стали убегать от него, и чтобы спастись, залезли на ближайшее дерево. Как оказалось, как раз вовремя, потому что монстр пробежал и не заметил нас. Слава богу. Мы решили вернуться домой, чтобы позвать подмогу, но встреча с этим монстром только начиналась. Братан, единственный выход — это только убить ее. Если мы это не сделаем, никто это не сделает. До конца. Покажем этой твари, кто здесь главный. Убьем ее. Эй, тварь! Подохла? Не знаю. Проверь. Руку сюда! Давай! Вырывайся! Убегай, вырывайся! Брат! Брат, эй! Давай, стой, нужно уходить! Давай! Ну же! Я ранен, стой! Где? Она укусила меня! Нужно уходить нам! Кажется, я превращаюсь! Уходи, для своего блага! Уходи! Тебе стоит быть аккуратней, брат.